Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardreset Info, и сейчас мы поиграем в Crossout на очень высоких настройках 60 FPS и посмотрим, как эта игра здесь работает. Давайте для начала соберем все награды. Здесь нам что-то дали, это не дали. Ну, нажимаем получить. Спасибо. Давайте соберем какую-то новую машину. Я бы хотел что-то новое попробовать. Здесь мне что-то предлагают собрать. Или ничего не предлагают. Нифига непонятно. Здесь мне предлагают удвоить награду, я этого делать не буду. Давайте зайдем в сборку и соберем какую-то новую машину с помощью автосборки. Что-то очень странное. Подождите. Эй, я хотел бы поставить здесь галочку, чтобы оно не спрашивало. А здесь можно как-то... Что такое Левиатан? Фиг его, пойми. Чертежи. Ага, это я могу свой чертеж создать. Я понял, но пока мне что-то ничего не нравится. Давайте что-то такое будем смотреть. Две пушки. Их бы местами поменять. Ну, давайте оставим вот это вот. И давайте в бой. Можем только сюда, поэтому мы идем сюда. И просто постреляемся, посмотрим, как телефон, справится ли он с этой игрой. Но я думаю, он должен справиться. Блин, у меня 6% осталось. 5. Но телефон, кстати, батарея тоже довольно-таки очень даже хорошо, не довольно-таки держит. Так что этих 5% я уверен, что хватит надолго. К концу этого видео наверняка он продержится. А так, ну посмотрим. Что там, ожидания других игроков, несколько секунд осталось. И погнали. Загрузка. Ой, какое самоуничтожение. О нет, только не интернет. У меня сегодня какие-то дикие проблемы с интернетом, он очень сильно тупит. И я надеюсь, что сейчас интернет тупить не будет. Он моргает, что вроде с интернетом все плохо. Ну, вроде тянет пока что. Серьезно, у меня сегодня весь день с интернетом какие-то страшные проблемы здесь. Сначала игры по 1000 лет скачиваются на телефон, потом они лагают, вылетают. Ну, один ужас, серьезно. Но вроде сейчас уже как-то подуспокоилось все. Надо парня его арбалет отбивать. Ладно, погнали вот сюда помогать. Ой-ой-ой, это было больно. Я стараюсь ему отстрелить пушку, и вроде понемногу даже получается. Да. И сейчас пришло время просто его убить. И этого парнишу тоже нужно убить. Надо отстрелить ему тоже вот это вот. Чтобы он не баловался со своим оружием. А то нельзя. И теперь можно добивать. Так, есть. Я остался последний. Я уже не вижу. Ага, мы уже победили. Прекрасно. Меня просят оценить, я не буду оценивать. Все противники уничтожены. Думаю, сыграем еще одну. Я на первом месте, конечно же. Спасибо. Получить. Играть я не умею, я не знаю, что мне это дало. X2 не хочу. Собрать, спасибо. Собрать. Что это дало? Опять не понимаю. Честно. Смотрите, здесь есть какой-то бой. Игры. А, это нужен клан. Ну, нет клана, так что не судьба. Получить. Я же уже получил, по-моему. А нет, это я другое получил. Фонарь. Давайте теперь пересоберем машину. Здесь еще что-то можно собрать. Да. У меня куча каких-то штук.
Честно, не понимаю, что они вообще мне дают. Нет. А требуется подписка. Тогда нет. Тогда я зайду в Battle Pass, или он платный. Здесь нет... Да, отвали. Здесь нет ничего бесплатного в Battle Pass, я правильно понимаю? Вот здесь бесплатно. Не хочу тебя восстанавливать. Это я уже получу? И... Ладно, неважно. Давайте соберем просто новые машины, я бы хотел обновиться, так сказать. Мне говорят, зайди в склад. Здесь что-то есть, но я понял. Прикольно. Я могу здесь что-то купить? Доступно на рынке, доступно на рынке, доступно на рынке. 17 уровень нужен. Здесь. То есть вот это я могу купить. Она столько стоит, что я такое себе в жизни не позволю. Ладно, давайте просто пересоберем машину. Или на выставке можно что-то взять. С того, что я могу себе позволить. Я не могу здесь фильтровать то, что я могу, да, себе позволить. Походу, реально. Но такое я точно не выберу. Я могу сделать разве что тест-драйв. Нажимаю «Собрать», и мне такое, 19 деталей, всего-то надо. Всю машину надо, у меня ни одной детальки нету. Она мне все время что-то предлагает, а ничего нет. Погнали, сборка, автосборка. Я не знаю, что изменилось, но давайте поехали в бой. Давайте туда же, в бой. Надеюсь, вы должны... Так я же сюда нажал. Или не нажал? Наверное, не нажал. Смотрите, я уже снимаю минут 4 после того, как у меня выскочило, что 5%, а еще 4 осталось. То есть телефон, батарея, серьезно, как дикий держит. Не знаю, как это назвать, но прям очень хорошо, серьезно. Здесь я могу поприцеливаться. На этом телефоне это слегка бессмысленно. Ой, не на телефоне, а в этой игре, где все стреляет само. Интересно, здесь можно включить управление, где я буду стрелять сам, а не автоматически? А, тьфу, я не туда стреляю. Почему ты не стреляешь, эй? Я или что-то не понимаю? Или он реально не стреляет? Здесь у парня какие-то очень жесткие пушки. Точнее, пушка. Которую я ему сейчас заберу. Потому что, мне кажется, она ему лишняя слегка. Но твоя пушка, серьезно, тебе не подходит. Отдай. Надо ему ее отстрелить. Потому что, ну, что-то вообще не так. Есть, я снял ему его пушку. Фиг он что меня теперь сделает. Я думаю, я его просто сейчас добью по-быстренькому. Да. И поедем обратно помогать своим ребятам. У нас там осталось 3 на 5. То есть довольно-таки хорошо. Но у меня здоровье прям на мели. Это уже нехорошо. Смотрите, здесь тоже их развалили. Не думаю, что я буду на первом месте. Да, потому что я не очень тащил. Ну да ладно, на этом будем заканчивать. Больше видосиков про эту игру и про другие игры найдете у нас на канале. Так что заходите, подписывайтесь обязательно, ставьте лайки и пока!